Так, уважаемые гости, друзья, гости биржевого канала, всем доброе утро. Рада вас приветствовать. Желаю вам сегодня хорошего дня и, конечно же, удачной торговой сессии. Так, делаем короткий обзор внешнего фона. Ну, далее традиционно утреннюю планерку завершит Владимир Волков со своим трейдерским телеграфом. И, скорее всего, еще выступит один из наших аналитиков, Алексей Андрейченко. Вот у него есть некоторые новости о собрании акционеров. Некоторых эмитентов, которые торгуются на украинской бирже. Итак, значит, что касается внешнего фона, Америка вчера закрылась, скажем так, умеренным снижением. Dow Jones снизился на 0,56, S&P на 0,67. NASDAQ просел еще больше и больше, чем на 1%, это минус 1,2%. Значит, вчера, в принципе, были до открытия торгов опубликованы неплохие результаты таких компаний, как American Express, Morgan Stanley и Pepsi. Вот, однако, тем не менее, не смогли удержать рынок от снижения, поскольку выходила макростатистика, которая всегда в Америке как бы большое влияние имеет на рынок, и тем не менее носила несколько негативных характер. Значит, прежде всего, это индекс производственной активности ПРБ в Филадельфии за апрель снизился, и также число первичных обращений за постоянной по безработице увеличилось даже больше, нежели ожидалось. Вот, соответственно, как бы безработица, и этот уровень всегда очень важен для американских инвесторов. Значит, торги в Европе завершились, скажем так, можно сказать, почти на нейтральной ноте. FTSE 100 снизился практически, завершил торговую сессию практически без изменений, это на значение минус 0,03. Франкфуртский немецкий DAX просел, конечно, на 0,5%, минус 0,43. Значит, на сегодняшний момент на фондовых площадках в Азии наблюдается преимущественно положительное движение. Здесь прежде всего отыгрывают корпоративные отчетности американских компаний, которые отчитывались уже после закрытия торгов. Это высокотехнологический сектор, отчитывалась компания Google, Microsoft и IBM. И в целом, в принципе, данные вышли достаточно хорошие, поэтому как бы азиатский рынок отыгрывает это. Значит, цены на нефть на сегодняшний момент подрастают, на металлы в том числе, золото, в частности, сейчас торгуется практически плюс 1,5%. Россия открылась тоже ростом, сейчас торгуется ММВБ плюс 0,5%, плюс 0,45. Значит, из новостей сегодня макростатистики по штатам, в принципе, важно не ожидается. Продолжают только отчитываться компании и выходить в квартальные отчетности до открытия сегодняшних торгов. Будет отчитываться General Electric и компания McDonald's. По Европе в 9 часов к киевскому времени выходили данные, это индекс цен производителей Германии в марте, собственно говоря, данные вышли хуже ожиданий. Ну, основное внимание, как всегда, будет приковано к продолжению саммита в Вашингтоне, финансовых глав в большой двадцатке. Вот как. Поэтому, в принципе, учитывая все внешние показатели, внешний фон на открытие торгов складывается, ну, скорее всего, умеренно позитивный, поэтому можно ожидать открытия украинского рынка тоже роста. На этом я благодарю за внимание, и буквально через пару минут в эфире будет Владимир Волков. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Андрейченко Алексей, аналитик по машиностроению. Хотел бы прокомментировать собрание акционеров, которое прошло на Крюковском вагонзаводе вчера, его результаты. Во-первых, компания приняла решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года в сумме 3,5 гривны на акции, это примерно 14% дивидендная доходность. Практически половина прибыли была направлена на выплату дивидендов. Это больше, чем в прошлом году, например, когда было направлено 20%. Это позитивная новость для компании. Но стоит отметить, что обычно выплата дивидендов происходит в сентябре, в августе собирается НАБ-совет, принимает решение по дате отсечки, по дате выплаты, и, соответственно, выплата уже проходит в сентябре-октябре. Поэтому пока что будем ждать собрания НАБ-совета, но опять-таки не гарантировано, что оно будет именно в августе. Просто будет извещение по стандартным источникам, либо в ведомостях, либо в бюллетене. Будем за этим следить и вам сообщать. Второе, доход компании в прошлом году вырос на 17, вернее не доход, а объем реализации, это очень схожая величина, вырос на 17,3% при прогнозе 16%, то есть это в рамках ожиданий.
Стоит отметить, что у компании, перед компанией большая задолженность государства, больше, чем, возможно, у многих других компаний, в том числе по НДС, порядка 240 миллионов, по переплате налогов 610 миллионов, невыплата по товарам, дебиторка 260 миллионов. Эти суммы большие, суммарно больше 1 миллиарда гривен изымается, по сути, государством из оборотных средств компании и ограничивает их возможности по расширению производства, по инвестициям в техническое перевооружение, ну и тому подобные цели. Но в принципе компания работает все равно практически без долгов, справляется за счет своих собственных денежных потоков, но отмечает эту проблему. На 2013 год компания запланировала больше 8 тысяч грузовых вагонов произвести, наш прогноз 9 тысяч, и в принципе 8 тысяч это довольно консервативно. И при этом уже у них есть наметки на 119 пассажирских вагонов, что в принципе является небольшим сюрпризом позитивным. Мы планировали порядка 49, и они открывают новые направления в Средней Азии. За счет этого происходит. 49 уже они отправляют в Казахстан, это известно, а вот остальные, получается, 70 – это новые заказы, но по новым направлениям. В принципе, на этом все по Крюковке. Новости в целом умеренно позитивные, в основном за счет того, что компания направляет больше на дивиденды. Связано ли это с новым собственником Гамзаловым, со сменой Тигибко на Гамзалова, пока что можно только догадываться, что, возможно, это одна из причин, возможно, другая причина, что сейчас, после того, как уже был запущен скоростной поезд, затраты на развитие немножко уменьшатся. На этом у меня все. Я желаю вам хороших торгов. Всего доброго. Короткий обзор по ситуации на площадках. Собственно, украинский рынок вчера продолжил свою консолидацию. Сузили немного диапазон между фьючерсом и индексом, но чуть выше 800 затянули индекс и на 815 пунктов показали значение на закрытии фьючерсного контракта на фоне снижения зарубежных рынков. Сегодня внешняя ситуация несколько получше. Азиатские площадки очень уверенно отскакивают. Там динамика от 0,5% до 2%. Китай восстанавливается. Открылась верх Европа, Россия подрастает. Ну, собственно, украинский рынок, по идее, также имеет шанс немного восстановиться. А если так, то мы будем ждать вновь движения в районе 815 по индексу. Не исключено, что в районе 830 по фьючерсному контракту. Вчера многие акции смотрелись достаточно неплохо. Конечно, если мы не берем во внимание те объемы торгов скудные, которые есть сейчас на рынке, то в графике, в принципе, можно рассматривать, скажем так, достаточно неплохие идеи, можно попытаться найти. В частности, если мы посмотрим с вами на банк Аваль, который зажат треугольник, если же движение выше 9,9 копеек пойдет, то не исключено, что рынок резко восстановится в районе 10,5-11 копеек. Пока в нисходящем канале находится Центренерго, но в районе 3,75-3,70 можно пробовать откупать свои шорты и вновь открывать длинные позиции. Зажат треугольники Моторсич, здесь пока ситуация выглядит достаточно негативно. В район 1900, скорее всего, цена имеет шанс сходить, а уже там, от этих уровней, точнее, будем ждать разворот и формирование нисходящего клина. Немного восстановили Укрнефть, в район 120 гривен так и все-таки затянули. Если же пробьет цена уровня район 123-125, будет повод войти в длинные позиции, но сможет ли здесь быть активное восстановление, большой вопрос. Я бы дожидался возврат здесь в районе уровня 110, уже тогда ждать более существенный отскок. Остальные инструменты, собственно, из всех остальных, в частности металлургов, наиболее, наверное, оптимистично смотрится Авдеевка. Цену вчера вытолкнули выше уровня 3.05, вытолкнули из боковика, который формировался последние несколько недель. По идее, если цена 3.10 будет взята, то следующее движение мы увидим с вами в район 3.30, 3.40, 3.50, то есть в район тех сопротивлений, которые были еще месяц назад, полтора месяца назад. Пока в нисходящих каналах, в нисходящих трендах это Мезосталь, ЛМК, ИНМЗ, и на взвороты им здесь пока не видно. Более всего оптимистично она смотрится Азовсталь,
В очередной раз протестировали 57 копеек, и есть шансы выбраться выше 59 и продолжить движение вверх из нисходящего клина. Все остальное я бы пока подождал от активных действий. Хотя мы должны понимать, что в этих акциях ликвидность остается очень невысокая, спред достаточно широкий, и оперировать здесь весьма проблематично. Сегодняшний фон, ну, собственно, в рынке восстанавливается после достаточно удачных, я так понимаю, отчетов Google и Microsoft, которые были показаны после закрытия американской сессии. На этом фоне возрастает IT-сектор в Азии, на этом фоне идет отскок. Собственно, 0,5% порядка прибавляют сейчас фьючерсные контракты на американские индексы. Европа открылась тоже порядка 0,5-0,6% вверх. По-разному, скажем так, по-разному, разные диапазоны движения на российских рынках от 0,6 до 1,2%. Вопрос только лишь в том, лишь технический отскок ли это, либо здесь есть предпосылки для разворота, об этом судить пока рано. Я думаю, что еще несколько торговых сессий нужно подрасти европейским и российским рынкам, нежели говорить о развороте. В частности, РТС нужно пробиваться выше 131.500, индекс МВБ нужно разворачиваться выше 1450 в такой ситуации, будет шанс восстанавливаться. Пара евро-доллар застыла в диапазоне 1.30-1.31, пока не очень получается подрастать, либо же падать, а вот фьючерс на S&P под конец сессии вчера протестировал свой уровень в районе 1530, и, собственно, сегодня мы уже видим здесь некоторый отскок, я бы не исключал еще одну попытку пробиться в район 1530 и уже дальше от этого уровня восстанавливаться. По сути, мы тоже видим здесь нисходящий клин. Но клин этот застрявший в боковике, его эффективность здесь несколько ниже. Важный здесь другой момент, что цена все-таки удержалась выше уровня 1530-1532. Это уровень поддержки, который формируется уже последние месяцы полтора-два. Если же этот уровень будет пробит вниз, американские рынки, скорее всего, развернутся и гораздо-гораздо более глубокую коррекцию. Сегодня не так много статистики будет опубликовано. В частности, календарь остался старым, к сожалению. Так, сегодня у нас с вами, во-первых, отчетность General Electric, Honeywell, McDonald's, Schlumberger, State Street, то есть многие компании сегодня тоже отчитываются, посмотрим, скажем так, за отчетом General Electric можно будет следить. Крупная корпорация, одна из крупнейших мировых корпораций, которая производит очень спектр товаров. Спрос на эти товары, скажем так, где-то экстраполируется на спрос товаров во всей экономике, в частности американской. Поэтому посмотрим, что сегодня будет опубликовано здесь, какие здесь будут даваться прогнозы. По еврозоне сегодня будет ряд макроэкономических данных, по Италии промышленные заказы, по штатам, собственно, тоже недельные инфляционных циклов. То есть сегодня важные статистики мы вряд ли увидим, поэтому все внимание сегодня вновь на корпоративный отчет. На этом хочется пожелать всем удачи, ждем открытия украинского рынка, возможно, некоторый подскок вверх мы сегодня с вами снова увидим. Счастливо!